И вот представьте себе, все они знают, что Путин – это абсолютный мафиози. Все знают, но у него нефть, у него газ, у него ядерное оружие. Вот, ну, как-то, ну, надо с ним, вот так, как-то, ну, вот как Америка закрывает дела, вот так вся Европа и, в конце концов, Соединенные Штаты Америки. Но я думаю, что очень многие понимают, что вот то, что произошло с Навальным, это совершенно естественная реакция мафии на угрозу ее существования.